Так. Приветствую, приветствую, дорогая и уважаемая Наталья. Здравствуй. Я Здравствуйте. так горжусь тобой, твоей работой. Мы с тобой единомышленники, а ты еще работаешь с детьми. Я хочу познакомить вас с нашей школой «Человек будущего» Homo Futurus, школой человечности. Ну, я хочу вам показать, во-первых, картину одну. Она называется «Берегиня». Берегиня. Да, вот такая картина. И мы будем Шикарно. разговаривать под знаком Берегини. Значит, я всегда искал людей, которые на самом деле искренне беспокоятся о нашем будущем поколении, о их жизни. А вы как раз занимаетесь, Наталья, именно тем, что вы работаете с детьми. Там аутисты у вас. Кто у вас еще там? Расскажите вот. У нас мы работаем с детками, имеющими вообще все нарушения в здоровье. Это дети с ОВЗ, их называют официально. А вообще это детки с аутизмом, синдромом Дауна, с ДЦП, сердечные заболевания, нарушения мозгового кровообращения, все виды, гиперактивность. Это была наша самая первая работа с детьми с гиперактивностью. Через эту систему мы и выходили на более высокие уровни. Мы занимаемся не только детками, но и занимаемся их родителями, потому что, находясь и проживая все время с детьми и днем, и ночью, которые имеют, допустим, аутичные дети, такие серьезные нарушения здоровья, родители, конечно, работают на износ, и у них теряется надежда, у них теряется смысл жизни, уходит радость жизни. И вот наша задача как центра, у нас довольно-таки большой центр, мы располагаемся в Кисловодске. Метеорологические условия Кисловодска помогают нам и способствуют нам в работе с такими детками. У нас более 450 человек в нашем центре, и мы занимаемся всесторонними программами реабилитации, коррекции, абилитации с такими детками и с их родителями. Из наших последних достижений там мы открыли школу массажа. Мы занимаемся нейролингвальной стимуляцией стволовых клеток спинного мозга. Мы занимаемся биоакустической коррекцией головного мозга. Это из аппаратных методов. У нас очень много видов диагностик, которую мы используем для того, чтобы определить, почему нет восстановления у ребенка, допустим, с аутизмом или ребенка, который имеет логопедические нарушения и который не разговаривает. Мы занимаемся научными исследованиями в области восстановления нейрообмена головного мозга. Ну и, конечно же, безусловно, очень важны для нас все те практики, которые вы используете в своей работе. И именно поэтому мы очень рады, что вы готовы сотрудничать с нами, помогать нам именно в своем направлении и восстанавливаться нашим родителям, восстанавливать их работоспособность, улучшать их сон и делать их жизнь, одним словом, полноценной, радостной и позитивной. Так что мы всегда рады к общению и очень благодарны вам за то, что вы согласились вот взять над нами такое шефство и поделиться с нами своими методиками для того, чтобы мы достигали наиболее быстрых эффектов. Объединились Да. и практически, а не просто лозунгами, практически совершенно сократили кризисы и войны на планете и потребность в лекарствах, потому что только вместе мы сила. У нас очень много участников в школе «Человек будущего» Homo Futurus. Мы все вместе, наша школа человечности, создаем науку человечности, и поэтому ваше участие с вашими родителями вместе Да. с вашими детьми. И вот у Да. нас есть общая приятельница Ольга. Она как раз-таки, расскажите два слова о ней, потому что в следующий раз мы ее тоже пригласим и познакомим Да. с нашими Да, к сотрудниками. сожалению, Ольга не смогла подключиться по техническим соображениям, но она разделяет наши убеждения, и у нее прекрасный центр. Она занимается, она неоднократный чемпион мира по армрестлингу. Она сейчас занимается паралимпийским спортом, развивает деток с ограниченными возможностями. Точно так же у нее детки с нарушениями ДЦП, опорно-двигательного аппарата, различных заболеваний.
И она их готовит к участию в паралимпиадах. То есть они развивают паралимпийский спорт. Они добились очень больших успехов на этом поприще. И она тоже с огромным удовольствием со своими родителями присоединяется к вашей такой важной и нужной для нас школе. Значит, мы с вами будем делать совместное обучение ваших родителей. Мы будем делать 2 числа в 18 часов, да? 18 Да, часов. да. Я, конечно, скину ссылку пригласительную для всех наших участников нашей школы. И вы всем там, чтобы вы... Обязательно. Но я просто боюсь, что система Zoom не потянет такое количество участников, Потянет. Я... потому что, конечно, послушать вот такие вот важные методические рекомендации – это для наших родителей очень нужный в данный момент времени семинар. Ну, мы считаем, что это семинар, потому что, ну, Это... так принято называть, хотя на самом деле это такой урок жизни. Практическое занятие по официально утвержденному методу саморегуляции ключа. Я вам покажу элементы синхрогимнастики, которая у нас в учебнике профессора Матвеева уже опубликована. Так, и мы научим ваших родителей меньше уставать, чувствовать себя свободнее. Боже ты мой, это так важно сегодня в условиях неопределенности, чтобы они не поддавались различным манипуляциям со стороны всяких неприятных таких вот сегодня социальных явлений неприятных. И вот, чтобы были стойкими и с детишками, и со своими. Я знаю, как мать привязана к ребенку. Я много работал с такими и родителями, и с детьми. Так что я вам желаю здоровья. Я очень горжусь, что мы друзья. Я жду нашей встречи, которая будет 2 числа. Я всем дам тоже ссылку в Zoom, и наши тоже зайдут, и мы все будем дружить. Это здорово. Благодарим вас. Спасибо большое. До встречи. До Спасибо. встречи. Спасибо вам. До встречи.